Всем привет! В этом видео поговорим о том, как КАМАЗ представил новый электробус «Гармошку» КАМАЗ-6292. Нефтекамский автобусный завод на выставке «Комтранс-2021» представил новый сочлененный электробус «Гармошку» КАМАЗ-6292. Это трехосная модель, разработана по заказу Мосгортранса и предназначена для эксплуатации в крупных городах с большим объемом пассажиропотока. Длина электробуса составляет почти 19 метров и позволяет перевозить в нем до 135 пассажиров. Салон электробуса имеет 48 сидячих мест, а также специальные места для детской и инвалидной коляски. Вес нового электробуса составляет 18 тонн, а его масса с полной загрузкой 28 тонн. В движение КАМАЗ-6292 приводит два электродвигателя с суммарной мощностью в 250 кВт. Использование электродвигателя позволило повысить уровень акустического комфорта за счет снижения объема шума от работы силового агрегата по сравнению с традиционным дизельным двигателем. Постепенный переход на электродвигатели позволит улучшить экологическую обстановку в российских городах. Запас хода нового электробуса без подзарядки составляет 90 км. Аккумуляторные батареи устанавливаются отечественного производства и располагаются на крыше электробуса. Они рассчитаны на 20 000 циклов полного заряда. Благодаря использованию ультрабыстрой зарядки, подзарядка батареи до 50% от ее максимальной емкости производится в течение 8 минут, а до 80% емкости в течение 30 минут. Замена аккумуляторных батарей рекомендуется производителям после 7,5 лет эксплуатации электробуса. КАМАЗ-6292 обогревает салон электробуса благодаря электрическому отоплению. Электробус также оборудован спутниковой навигацией, оснащается камерами видеонаблюдения и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. За поддержание в салоне оптимальных параметров микроклимата отвечает усовершенствованная климатическая установка. Но электробус по традиции последних лет будет полностью низкопольным и иметь независимую пневмоподвеску, которая позволяет добиться электробуса мягкого плавного хода. Стальной кузов новинки полностью оцинкован. Внешние пластиковые панели, включая детали бампера, не подвержены коррозии. Уже в ближайшие недели КАМАЗ-6292 отправится на тестовые испытания на столичной улице. Начало серийного производства электробуса намечено на 2022 год.